Все ведомства и учреждения системы профилактики детской безнадзорности, каждый в своей части наблюдает эту семью. Каждый. То есть информация передается по закрытому каналу связи. Медицинские работники, это участковая служба, если это необходимо, это врачи-психиатры, они оказывают, ну, то есть проводят дополнительное наблюдение и заполняют дополнительные медико-социальные патронажи. То есть семья находится под наблюдением.